Внимание! СМОТР – конкурс на лучшую дежурную смену, мероприятие традиционное для ноября. Ежегодно на старт выходят сотрудники СПАС, чтобы показать уровень профессионального мастерства. В программу смотра входит выполнение трех нормативов по пожарно-строевой подготовке, обязательные для пожарных спасателей. Подъем по штурмовой лестнице сменился этапом преодоления 100-метровой полосы с препятствиями. На дистанции дежурная смена в полном составе – от начальника караула до водителя пожарного аварийно-спасательного автомобиля. И результат команды зависит от настроя каждого участника. Все волнуются, безусловно, и я в том числе. Проводим беседы спокойненько. Вот перед стартом к каждому подхожу и говорю: ребята, все спокойно, главный результат, без травмы, все, вроде бы все справляются. В числе участников бывалые спортсмены, кто уже не раз ставил рекорды на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, и те, кто в коллектив специализированной противопожарной и аварийно-спасательной службы комбината влился совсем недавно. Причем на финише никто не собирался уступать друг другу. Ну а залогом хороших результатов были и остаются регулярные тренировки. Начали мы заниматься, я еще с 2001 года, как бы периодически поддерживаем форму, у нас проводятся занятия, ну и готовились всей командой, настраивались. Ну, конечно, уже тяжело, молодежь поджимает, но как могли, выступили. Настрой положительный, работаю 2 месяца, как бы результаты уже начинают получаться, тренировки регулярные проходят, как бы стараемся. Будет лучше. Заключительный этап соревнований – установка выдвижной лестницы в окно 3-го этажа учебной башни. В зачете смотра конкурса учитывались результаты 2 пар участников от каждой дежурной смены. Зная предварительные итоги предыдущих заданий, команды надеялись взять реванш, чтобы улучшить свое итоговое время. Сейчас вот прошло 2 вида, то есть сказать, кто победителем, я не могу. То есть, как сказать, в любом случае накал страстей, он как бы присутствует. Если время перевести на оценку, то 2 нету. То есть 1-4, 5. По результатам выступления участников в 3 конкурсных этапах обладателем 3-го призового места с общим временем в 359 секунд стала 4-я дежурная смена «СПАС». На 9 секунд лучше показатель 2-й дежурной смены. Она поднялась на 2-ю ступень пьедестала почета. От серебряных призеров победители отделили 18 секунд. Звание лучшей дежурной смены «СПАС» 2019 года по праву завоевала дежурная смена номер 1. Победный кубок вручили Андрею Леготину. Для него это не только первые старты. Смотр-конкурс состоялся в его день рождения и принес победу его команде.